Вчера ночью кто-то из вас ходил гулять. Вопрос. Кто это был? Не, я вообще темноты боюсь. Страшно. Понятия не имею. Я спала? Мы все знаем, какими способами обычно пользуется мама. Если никто чистосердечно не признается, то будут санкции. Я не знаю. Ну, хорошо. За мной! Где ты была вчера ночью? Мам, опять! Спала! Спала, мамочка. Спала. Куда ты ходила ночью? В туалет. Никуда и не ходила. Твоя сестра все видела. Да, не ожидала я от тебя. А которая из сестер? Ну да, я же в туалет ходила. Это была не я. Если ты скажешь правду, я куплю тебе то, что ты захочешь. А, Во-первых, это не работает, а во-вторых... Я ей правду, как же говорю, мама, это я ходила. И куда ты ходила? Я пинг-пай гулять водила. Блин, так круто ты придумала подкупить ее. Ага. А то я уже испугалась, думала, она сейчас спалит.